Так, всем привет. Поговорим о сайте WorldSkills Russia. Вот мне тут что дали в Твиттере посмотреть. Так, по Калининградской области написано 27 компетенций. Тут написано 27 компетенций. Так, администрирование отеля не пойдет. Смотрю, что здесь. Веб-дизайн. Ну, конечно, прикольная штука веб-дизайн. Не знаю, у меня нет такой усидчивости. Ветеринария тоже не пойдет. Виртуальный мерчендайзинг. Мерчендайзинг. Не знаю, что это такое. Геодезия. Тут, блин, хотя бы какое-то начальное обучение надо. Дошкольный мимо, интернет, маркетинг. Ой, блин, тоже муть какая-то. Вот это интересно. 1С предприятие. IT-решение для бизнеса. Думаю, если знать 1С предприятие, восьмерку, это неплохо. Только где возьмут новичка? Это ж надо на фирму на какую-то. А фирм не так много. В Калининграде. Ну, таких больших, что прям вот взяли сразу нулевого. Ландшафтный дизайн, да. Так, не то. Малярные. Малярные. Ой, фу. Поварская. Блин, вообще готовить не люблю. Предпринимательство, да. Это... Нет, у меня нет жилки. Жилки вообще предпринимательской. Нет у меня такой жилки, чтобы купи-продай. Преподавание, спасибо, не надо. Программное решение для бизнеса. Так, программа разрабатывающая. Так, Microsoft. Так, сферу компетенции. Программное обеспечение. Какая-то муть, непонятно. Реклама. Сейчас, мне кажется, реклама, она такая дохловатая, этот ковид. Сейчас все жмутся. Вот это ничего, так, ремонт и обслуживание. Но опять же, никто не возьмет на фирму нулевого человека, потому что ответственная работа — ремонтировать чужие тачки. Вот это вот сборка корпусов металлических судов, но это для ПСЗ «Янтарь», для «Янтаря» только если. И дальше смотреть с прицелом на Польшу, там корпусники получают на порядок больше. На Осточне, на Гданьск, Дыне. Сварочная. Вот сварка тоже, кстати, сварка, да, у поляков тоже она, блин, по 25 злотых в час. Но это если, опять же, на Польшу, у нас не знаю, как сварщики. ТИК, вот я смотрел, МИКМАК, что ли, называется. МИКМАК хорошо получает. Сетевое администрирование, блин. Локалка, тен-ден-ден, бесперебойная. Ну, компьютерные тоже вещи интересные. Работа, скажем, не тяжелая. Я имею в виду, тяжести таскать особо не надо. Ну, конечно, сервер там какие-нибудь. Да, но это не Мираторг. Не блоки по 28 килограмм с земли поднимать. Так. Сухая штукатурка. Что-то тоже. Я не знаю, я не строитель. Я даже комнату не могу свою нормально сделать, что не знаю. Не лежит ко мне душа к стройке. Технология, моделирование. Так, не знаю. Токарные работы на станках ЧПУ. Ну, ЧПУшники, кстати, нормально вроде получают, я смотрел. По этим, по всяким объявлениям. Ну, я не знаю вообще, где здесь такие есть. Где здесь такие требуются. Опять же, с прицелом можно смотреть на другой регион. Где-то на больших предприятиях. Туризм, блин, такая вещь волатильная. Да, сегодня он есть, завтра границы закрылись, как сейчас. Все, или ковид. Гостиницы закрылись. Все, гуляй, Вася. Физкультура, ну, велосипед я и так катаюсь. Экспедирование. В принципе, я вот сейчас на Е учусь. На категории, на грузовик. Если совмещать Е и экспедирование, то да, это пригодится. Эксплуатация многоквартирного дома. Тан-тан-тан. Это опять же коммуналка. Ой, фу, это, блин, мне здесь хватает по своему дому воевать. Электромонтаж, блин, я не электрик точно. Был у меня в Москве, помню, пошел учиться на электрика. Неделю посидел и понял, что это не мое. Все вот эти фазы, нули.
Точно не мое. И просто бросил это обучение даже. Вот все вроде бы. Ну, короче, буду думать, не знаю я. Экспедирование, может, на экспедирование пойти. Когда-то я в Москве этим занимался, так негласно. Заказывал машины, когда работал на складе. Сам ездил, как экспедитор. Да, сейчас буду думать. На этом пока все мои размышления закончены.